слава богу, что сейчас спокойно. Как будет в следующую минуту, никто знать не может. А скажите, вообще боитесь, что могут начаться активные боевые действия? Это любой человек боится. Любой человек нормально боится, когда летит и падает на голову. А что тут удивительного? Мы все боимся, когда идет стрельба. Ну, конечно, боюсь. Я ж нормальный здравомыслящий человек. Кто ж этого не боится? Ну, все под Богом ходят. Что будет, то будет. От меня ж ничего не решается. Хотя хотелось бы спокойствия и мира, чтобы все устаканилось. Должны нормализоваться. Мы ж славяне. И Украина, и Россия, славяне, и Белоруссия. Это мы все славяне. Все братские народы. Просто нас столкнули, схлестнули в эту мясорубку, так называемую.